Я еще их предупредил, а сказал побольше охраны. Орлы в клетке не сидят. Сорви лисичку! Ты кто, э? Рыжий Тарзан, сын Сварога, повелитель муромских лесов из рода серых псов. Кто выпустил хряка? Ты, куфломет, языком не чеши. Язычок, он тонкий, нежный, могут и укоротить. Бросай оружие, или пойдете на корм рыбам. Понтуешься, нельзя быть самоуверенным. Попроще надо быть. Чтобы не проливать лишней крови, предлагаю поединок один на один. Если победите, корабль ваш. Если победит мой боец, вернетесь в клетку. I'm back. Фантомас. Да, с удовольствием подерусь. Окей, окей. Ты забери бедилок картонный. Подеремся с тобой по правилам бокса. Ты тебе погибнет. С удовольствием. They get in your head, they try to be friendly with you, put your guard down, then when the bell ring, they go at you like they're gonna fucking kill you. Yeah, no, 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 no. Походу, дело 105-е. Пропал человек. Да ничего не будет с Емельяненко. Емельяненко, если споткнулся, упал, устал, отряхнулся и пошел дальше. Стоишь? Зачем стоишь? Двигаться надо, иди. Лег, не лежи. Зачем лежишь? Мышцы атрофируются. Очень жесткий уличный бой. Гандон. Саня! Убейте их! Я иду за тобой. Я ему двумя пальцами сделал так, чтобы у него не было детей. Пробил яйца. Я вообще студент-ботаник. Только никто не верит почему-то. Голубого, большого океана. Я сам за рулевого, я сам за капитана. Находчивость и храбрость, отвага и удача. В беде не растеряться, вот главная задача. Шоп! Голубого, большого океана. Я сам за рулевого, я сам за капитана. Находчивость и храбрость, отвага и удача. В беде не растеряться, вот главная задача.